Какую же рекламу пошла? Постой, не хочу рекламу. Нет, так я хочу знать, что... Сама служба, это, понимаете, вот это успение Божьей Матери, она читается именно ночью. Сама основательница монастыря Хомякова, она приезжала к нам в Пятигорск отдыхать, учиться, и воздвигла стены монастыря в честь Святой Троицы и Серафима Саровского. Монастырь необыкновенен тем, что он в таком выполненном стиле необычном, греческо-грузинском стиле. Монастырь, он находится в 30 километрах от города Пятигорска в сторону Кабардино-Балкарии. А основательница вот Хомякова. Я сказала, что никто не знает. Обычно поняла, не напишешь сверху. Давайте оставим. Наше участие в выставках православных — это недавнее наше такое начинание. И сюда мы приезжаем с нашим рукоделием, с нашими продуктами, с тем, что мы готовим в монастыре своими руками. Вот можно машину, кстати. Вот это, мы считаем, что в этом состоит возрождение традиций духовных и исторических. Можно вспомнить, например, о том, что 100 лет назад и более при матушке Игумене Арсении проводились ежегодные ярмарки при монастыре. Это было в то время тоже поставлено достаточно на хорошую такую вот основу. Вот, конечно, мы далеки от совершенства в том плане, что, конечно, нам еще надо над многим работать, над тем, чтобы то, что мы творим, то, что мы делаем, делать это с молитвой, потому что молитвой освящается все, и часть души человека вкладывается в то, что он делает, и передается другим. Люди это чувствуют, и приезжая в монастырь, и даже покупая что-то, приобретая, тепло души передается, конечно. Мы благодарим Бога, что Господь по своей благодати дает это людям почувствовать. Славится монастырь пещерами, ископанными матушкой Игумене Арсении, в которых находится чудотворный камень, также ей принадлежавший. И, конечно, сейчас мы не имеем каких-то достоверных сведений об этом камне. Но известно одно, что он связан с жизнью матушки Арсении, с тем, что она молилась на этом камушке, он принадлежал ей. И на камне остались отпечатки ладони и колен. По преданию монастырскому, это было явление Божией Матери на этом камушке. И след остался Божьей Матери. И несмотря на то, что было советское время, были гонения, монастырь был долгое время закрыт, несмотря на то, что были разные попытки уничтожить этот камень и как-то его вывести оттуда, сделать его состоянием чего-то другого, Господь это не допустил. Всему, наверное, свое место, свое время. И сейчас люди приезжают помолиться в пещерах, приложиться к этой чудотворной святыне, по вере своей получают исцеление, помощь. Вот. Да, здесь на выставке мы представляем также свою
пищевую продукцию, то, что мы готовим в монастыре, готовят сестры сами, и горячие, и холодные закуски, хлеб печем. Вот сегодня тоже горячую выпечку привозили с утра, и пирожки, и хлеб. Это тоже древняя традиция. Хлеб – это то, что символизирует самого Господа. То есть Господь под видом хлеба преподал себя людям. И всегда люди с трепетом относились к приготовлению хлеба. Старались в мирном духе это творить, с молитвой. И хлеб, конечно, впитывает в себя более чем что-либо другое дух человека, который его готовит. Дух, молитва, настроение. И люди тоже получают утешение, помощь. Слава Богу. Мазь, конечно, рецепт ее уникален. И изначально у нас, конечно, не было какой-то цели там сделать ее какой-то массовым производством каким-то. Это был просто рецепт одной нашей пожилой матушки-схимницы, которой уже лет 5 нет в живых, матушка Ордолеона. И вот она с этим рецептом, который достался ей от ее каких-то там бабушек, еще кого-то, то есть это очень древний рецепт, мы пользовались им для себя. Просто вот сами себя подлечивали, держали себя в форме такой рабочей, потому что работать приходилось очень много, особенно первые годы. Там и суставы, и простуды, и чего только не было. И так Господь управил, чтобы это было не только достоянием нашим собственным, но и других людей. Тоже приходил, был случай такой, что матушка благословила тогда полечить этой мазью человека, который просто был лежачим. Пролежни страшные, до дыр просто. Это было явное такое вразумление, наказание Божие этому человеку. Потому что жизнь его была настолько, что только такое вразумление уже могло ему помочь. И он даже лежа в таком положении, что он не пошевельнуться не мог, ничего, он просил, вот дайте ему закурить, дайте ему выпить. За него, конечно, молились, молился его сын, верующий человек. И этой мазью он просто исцелился, эти дыры затянулись. И когда он встал с одра болезни живой и набрался сил, сейчас это нормальный человек, который повенчался с женой, своей живет до сих пор, бросил пить. Конечно, это просто возрождение души, которое повлекло за собой возрождение тела, которое уже готово было умереть. И так людская молва пошла, что вот такая мазь есть, приходили, дайте, дайте. Стали готовить больше, потом больше. А сейчас вот готовим, и слава Богу, люди, конечно, это только благодать Божия, что люди получают исцеление, помощь, облегчение в своих страданиях, мучениях, болезнях. Это не то, что ингредиенты какие-то особые, тоже. Хотя и ингредиенты тоже добавляем, и молитву, и масло, и воск, и все это готовим с молитвой. Потому что сестры сами готовят, варят эту мазь своими руками, своим посилием. Исцеление. Ну вот из недавних остеомиелит, бедренной кости, младенец, девочка, жительница Москвы, города. Тоже родители были просто поражены тем, что Господь так помог им. То есть было 5% из 100, что ребенок будет ходить. При всех усилиях врачей, при всем современном арсенале того, что можно вложить в ребенка, все было сделано. И надежда все равно была шатка. А вера творит чудеса. Конечно, они сделали над собой усилие великое, они приехали всей семьей в монастырь, они соборовались, они исповедовались, они причастились. А потом они пошли уже в камушку. Конечно, хотелось бы всем сказать людям, которые приезжают, помолиться, приложиться, что вы приезжаете к Богу в первую очередь. К Богу, Божией Матери. И когда идет служба, там совершается таинство в алтаре, люди, когда камушек, когда в пещеры. Да вы помолитесь это время. Вам будет больше пользы, больше будет
Ну как объяснить? То есть здесь встреча с Богом в монастыре должна произойти. Не просто приложиться, механически приехать. Раз, два, десять. А встретиться с Богом. Пусть это будет 5 минут. Пусть это будет там 3 минуты, 1 минута. Но встретиться с Богом. Войти в тишину и услышать, почувствовать, что хочет от нас Господь. Вот это очень важно. И тогда, даже если крест свой тяжкий нам бывает очень тяжело нести, то вот это настроение, вот эта встреча с Богом, она поможет нам переосмыслить этот крест. По-другому на него посмотреть, и все равно будет легче. Вот. Знаете, все люди совершенно разные. Господь наш велик. Ни одной капли воды нет одинаковой. И каждый человек молится по-разному. Как это можно судить об этом? Конечно, есть люди веры глубокой, которые, допустим, она приходит, да, в храм. Это девушка. И она стоит около пещеры и к фотографии камушка прикладывается. Говорит, я не могу туда пойти. Но я здесь помолюсь. И она молится так, как иные не молятся, стоя часами там у камушка, не давая никому подойти к нему в другом. Ну, там бывают такие, конечно, люди. Вера у всех разная. А Господь дает по вере, по усердию и по тому, как человек может вместить. Дело в том, что это семена. То, что мы здесь получаем, это семена. И наша задача не дать им зачахнуть себя. Это как в притче о сеятеле. Потому что только мы выходим из храма, только мы выходим с выставки, только что приложившись к святыне многим. Все, что на нас обрушивается, это наш мир, в котором мы живем. И, конечно, он очень агрессивный сейчас, очень такой противоречивый. И наша задача — хранить это тепло, потому что оно уходит, оно улетучивается. И надо как-то стараться это сделать, потому что иначе мы останемся пустыми сосудами и ничего не вырастим, ни 30, ни 60, ни тем более 100. То, чего от нас ждет Господь. День, уважаемые участники и зрители областного конкурса. Смотр-конкурс клиросных ансамблей. Царицынские голоса. Хвалите имя Господне. Этот конкурс в рамках выставки «Хвалите имя Господне» проводится впервые. По благословению его высокопреосвященнейшего митрополита Волгоградского и Камышинского Германа. При поддержке негосударственного образовательного учреждения Царицынского православного университета преподобного Сергия Радонежского и выставочного комплекса «Волгоград-Экспо». Конкурс будет проходить в течение 2 дней, где будут представлены хоровые ансамбли Волгограда и Волгоградской области. Царю небесный, утешителю души истины, и жилистецы, и все исполняй, сокровище благих, и жизни богателю, принеси земны, и очистины от всякие скверны, и спаси Боже души наша. Итак, под первым номером выступать будет ансамбль Усть-Медведицкого Спасо-Преображенского монастыря. Далее.
стихиры утренней Великого Пятка. Разделишь ризы мои себе и одежды.
одежде моей, и о одежде моей, не дашь времени, и о одежде моей, одежде моей. Боже, вон мими, пускую оставил мя, еси. Разделишь аризы мои себе, и одежды мои, и одежды мои, не то шо жри. Наш конкурсный день состоит из гала-концерта. Вчера некоторые коллективы у нас уже перестали участвовать в нашем конкурсе, получив утешительные призы. Это было очень приятно, конечно, что отметили их участие. В сегодняшний день у нас с вами есть задача посмотреть эти коллективы, оценить их, и оценка будет проходить по следующим критериям. Значит, четыре критерия оценки. Первое, на что будем обращать внимание. Да, и еще надо сказать, что все эти четыре критерия будут оцениваться по 10-бальной шкале. Потом все суммируются, и будет общее число баллов, в котором потом определится победитель. Первый критерий оценки будет культура исполнения и общее впечатление о коллективе, поющем, клиросном. Я делаю небольшую паузу, чтобы могли записать. Второй критерий оценки – донесение смысла произведения плюс дикция. Третье. Качество исполнения. Здесь будет учитываться профессиональное качественное исполнение хористов. И последний критерий оценки – это будет сложность произведения. Все по 10-бальной системе будут оцениваться. Хочется всех еще раз поприветствовать, поздравить нас с вами с возможностью проведения этого конкурса, поблагодарить Волгоград Экспо, выставочный центр за возможность предоставления этого помещения, довольно-таки уютного, и даже и не кажется, что здесь огромная выставка рядом. Мы приглашаем также всех, кто находится на выставке, прийти сюда, сейчас, в этот момент, и с нами вместе послушать песнопение этих хоров. Достойный.
Великого Пятка, музыка Ставицкого. Часа Великий Пяток. Гнесь висит на древе. Музыка архимандрита Матвея Мармыля и диакона Сергия Трубачева. Yeah.
Спаси Господи. А также второе место у нас занимает Усть-Медведецкий Спасо-Преображенский монастырь. Приглашаем вас на сцену. Сестры, мы очень вам благодарны за ваше участие в этом конкурсе. Хотелось бы вам пожелать, попросить матушку, чтобы присылали к нам на обучение, но если это, наверное, не совсем возможно в условиях монастыря. Ну, пока они монахами не стали, тогда присылайте, а потом уже, когда там будут, чтобы они были рядом с вами. Я вас поздравляю, и еще хочется отметить, что это другая епархия. Что они приехали, молодцы. Вот, вашим примером мы будем думать, что будут приезжать из других епархий много клиросных ансамблей, принимать участие в нашем конкурсе. Поздравляем вас! Спасибо. Конкурс, надо сказать, что проводился впервые, что удивительно и что очень значимо для нашего города и для церковно-певческого искусства, для его распространения, поскольку это позволяет всем людям услышать уникальность церковного пения. А то, что коллективы смогли выступить, представить свой труд, свои достижения, очень радостно. Коллективы, конечно, выступали разные, и уровень подготовки разный, но у всех мы видели желание и стремление прославлять Господа через пение, через это удивительное искусство. Я думаю, что такие конкурсы должны проводиться обязательно в нашем городе, и поддержка со стороны и администрации, и вот представителей экспоцентра очень значима для процветания, продвижения вот, церковно-певческого дела в нашем регионе. Да, вы знаете, конечно, для них было волнительно это выступление, поскольку, как мы уже говорили, это было впервые. Но, тем не менее, чувствовалась подготовка и желание. Конечно, видны те проблемы, над которыми стоит еще работать. Это и выбор репертуара, и качество пения. Но, опять же, это говорит о том, что традиции надо поддерживать, развивать и преподносить их вот людям для слышания и слушания. Я думаю, что молодые люди были как среди исполнителей, так и среди слушателей. И это как раз говорит о том, что желание духовного процветания живет в нашем народе и среди молодого поколения. Поэтому хочется пожелать слышать смысл каждого слова, которое несет в себе вот такое пение. Поэтому надо слушать, надо идти в храм, надо стараться самим понять это Слово Божие. И я думаю, что мы все будем... все как бы найдем это благоденствие здесь, на земле и на небе. Прежде всего, это уже 10-я выставка, юбилейная, так сказать, для нашего мероприятия. Это тоже событие. Вот уже 10-й раз мы собираем многочисленное количество приезжих участников. Хочется отметить, что в этот раз к нам приехали участники, которых мы долго приглашали. Это участники из Грузии и участники из Крыма. Для нас это важно, потому что не все сейчас в наше современное время могут добраться и до Грузии, не все, к сожалению, могут добраться даже до Крыма, но желание пообщаться, я думаю, с людьми, которые приехали оттуда, как участники, у многих возникает. И этому свидетельство те люди, которые постоянно общаются на стенде этих участников, разнообразные вопросы задают, и духовные, может быть, даже и просто обычные какие-то мирские вещи, спрашивают об их жизни там, на родине. Но важно то, что общение это происходит. Для нас важно вот общение, которое позволяет далее
узнать ближе и культуру, и быт тех монастырей, которые приехали к нам, ну, конкретно из Грузии и из Крыма. Положением, которое вышло с патриархии, со святынями у нас четкое ограничение. То есть те участники, которые приезжают на выставку, не привозят с собой мощей святых, не привозят особые чудотворные иконы. Но дозволяется свой стенд оформить так, чтобы было понятно, что за святыни имеется в том или ином монастыре или приходе, какие святыни имеются для поклонения. И вот мы просим участников для того, чтобы они действительно оформляли свои стенды в соответствии с тем, чтобы впоследствии люди, узнавая о том, что у них есть, могли приехать туда в паломническую поездку, ну и, или заказать службу какую-то у тех святынь, которые у них там есть. Мы думаем, что это правильное решение, потому что много вопросов было к тем или иным участникам, которые приезжали, привозили с собой те или иные святыни. Множество вопросов возникало в подлинности этого. Теперь таких вопросов просто не возникает. Мы этому очень рады. Но люди, которые приходят сюда, понимают о том, что приходить нужно не только к святыне, а приходить нужно за общением, приходить нужно для того, чтобы посмотреть разнообразие духовной жизни, разнообразие ремесленной жизни тех монастырей и приходов, которые есть у нас в Русской Православной Церкви. Ну и вот, к слову сказать, даже в поместных церквах, да, такой как грузинской, вот грузины привезли тоже свою продукцию, которая у них славится, я думаю, понравится нашим жителям. А по поводу молитв нужно сказать одно, что люди у нас в нашем городе Волгограде, к счастью, понимают о том, что молитвы, с которыми они возносят, они могут это делать и в храмах, могут это делать и в своих монастырях, но и самое главное, способствовать семейному такому, ну, может быть, паломничеству в те места, которые понравились здесь на выставке. И действительно, таких примеров очень много. Люди приходят и благодарят, что они для себя открыли какие-то монастыри в дивных дальних уголках нашей России. Они туда уже съездили. То есть это тоже для нас очень важно, что продвигается вот именно такая духовная паломничество. Знаете, я недаром поздравил, что это 10-я выставка, да, нас всех, участников, организаторов с этим мероприятием. Я думаю, что очень многие жители города Волгограда, судя по количеству людей, которые приходят, посещают эти выставки, приходили. Может быть, есть люди, которые еще не дошли на эту выставку, то им хочется пожелать одного, чтобы каждый для себя открыл своими глазами, не через средства массовой информации, не через какие-то просто разговоры друг с другом, но своими собственными глазами и составив свое личное мнение. У нас в Православной Церкви всегда мы отличаемся, христиане, о том, что мы формируем свое личное мнение и по этому мнению живем далее. Поэтому, чтобы не быть лукавым, чтобы не каким-то образом какие-то неправильные, может быть, мнения составить, надо просто прийти и убедиться своими глазами. И я видел этому тоже очень множество примеров, когда люди, приходя все-таки на выставку с каким, может быть, даже каким-то непонятным, может быть, даже негативным каким-то отношением, по слухам, потом оказывалось, что они были приятно удивлены тем, что здесь происходит, какая здесь атмосфера на выставке, что здесь действительно происходит. Надо понимать, зачем эта выставка. Это духовно-нравственное событие нашего города, для наших жителей, для тех людей, которые приходят в храмы свои для молитвы, а сюда они приходят для общения и для познания чего-то нового, ранее невиданного.